Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алексей. 30 сентября в Conqueror's Blade стартует первый сезон. К сожалению, никакой информации на русском языке относительно этого сезона нет. Исключение только то, что 30 числа будут также различные правки, балансные правки, исправления ошибок, но конкретно по сезону информации пока нет. А вот в Steam для Conqueror's Blade Frontier информация эта есть. Кто не в курсе, это игра, которую выпускает непосредственно сам разработчик Booming Games, без каких-либо посредников. Так вот, что же я выяснил из этой информации? Дело в том, что там все на английском, с английским у меня немножко все туговато, я не стал полностью переводить все. Кто хочет, ссылка будет в описании, можете перевести, я лишь вкратце расскажу и покажу скрины. Уже из этого скрина мы видим, что первый сезон будет длиться 5 недель. И каждую неделю у нас будет 8 заданий, которых нужно будет выполнить. Ну, если вы хотите, конечно же, заработать, наверное, самый какой-то ценный приз. Для того, чтобы получать боевые награды, вам нужно будет приобрести боевой пропуск. Боевой пропуск на Фронтире будет стоить 980 саверенов. Но исходя из того, что стоимость саверена на Фронтире и у Мейла разная, предположу, что у Мейла будет стоить порядка 2000 саверенов, но это сугубо мое мнение. И еще вроде как те, кто приобретает боевой пропуск, будут получать на 50% больше хонора в PvP-битвах. Также в этом сезоне будет присутствовать свой сезонный магазин. И выполняя задания, вы будете получать, наверное, специальные какие-то очки, за которые впоследствии в этом магазине вы сможете приобретать вещи. Ну, может быть, скины какие-то, может еще что-то, точно пока не знаю. Также есть несколько скинов из ивента «Золотой город». Для тех, кто не знает, вместе с сезонами в свое время был анонсирован «Золотой город». Что это такое и с чем его едят, пока непонятно. Но, тем не менее, часть скинов — это именно скины, которые будут как-то зарабатываться в этом ивенте. Ну что ж, до сезона осталось ждать уже совсем ничего. Завтра он выходит. Ну, я на этом закругляюсь. Всем спасибо, с вами был Алексей. Всем добра. Пока-пока.